Я кого-то убил. Смог убил Брессоумена на рандоме, че заспрейл. Нормально. Байк установлен. Остался один игрок. Остался один враж. Сфера запущена. Хорош. Братец. Я Ноома не играл, когда тебя еще не было в игре. Смоки в мои кидает. Хитрый. Там он еще? Прям тут в упоре. Справа. Брать с дороги! Сейчас, подожди, у меня есть флешка. Еще один справа на беду. Убил. Го, перемещаемся. Я на бав закрытую. У меня ББББ. 10 секунд. Бомбу выбил. Спайк на Б. Заходит Б. Остался один враг. У меня последний в пленте. Вижу врага на Б. Осторожно. Боже, как я манцевал. Они меня найти не могли за ящиком в центре планта. Ни один, ни второй. Остался один игрок. Ты будешь. Тихо. Блин. Я хотел с разворота дать. Тяжело сейвить, когда про тебя инфа есть. Был где-то в пункте. 30 секунд. Блять. Веду разведку. Спайк установлен. Остался один игрок. Бежать некуда. Да, не так я собирался умереть. Хорош. Пунте, пунте вас. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, это было зря, да? Можно я разве хуже? Он засейвит девайс, никогда не зря. Я вообще не понимаю CJ, который не воскрешает своего тиммейта, чтобы он засейвил 5 кусков зелени. Это же экономика. А экономят свою ульту на черный день и, возможно, не заюзают никогда. Типа, в самом важном раунде вот это зарешает 100%. Этот момент может не настать. Знаю, у меня есть привычка копить ульту до последнего. Типа. У меня тоже такая раньше была, но я переосмыслил. Типа я такая, блин, да, сейчас ультовать не имеет смысла, сохраню на потом, на самый какой-нибудь важный момент. Ставлю преграду. Да, да. Ставлю преграду. Устранил. Там еще вайпер должен быть, ему стенку бросил. Я ушел. Угу. Главное сохранить преимущество. Да, это мой! Понимаю. Слово кодин как-то. Спасибо, Боля. Остался один игрок. Это я лагаю. Тихо. У меня хп не было. У меня хп не было. Найс, я смог достал. Письмо. Скинешь? Лишу их обзора.
Остался один игрок. Я думал, он дефьюзит на самом деле. Я думал, он услышал, что я в кислоте шлепаю ногами и типа дальше буду дефать, но она не услышала, что меня кислота разъедает. Что мы знаем о карте Фрэкчур? Это то, что ты не знаешь, где выйдет враг, если навряд затеров, да? Они могут выйти совершенно с любой стороны. Так как могут кататься на тросах с начала раунда. А как удерживать за КТ сразу 4 стороны? Ладно, сейчас научимся. В лаве. Я с платинами играть буду. Кода будет весело. Ставлю турель. Сайта не ждется. Сфера запущена. Хорошо. Сайта не ведут. Ой. Остался один враг. Найс. Опять будет пушить. Спайк установлен. Да, это мой мир. Остался один капец, игрок. Капец, как проще такого играть? Победа. Я был самым слабым в этой команде, объективно. Вы беспомощны. Все, побежали отсюда. Да все, пацан. Кто куда? Я по съебу. Я в спине. Поживите. Стараемся. Да. Нет, а им. Спасибо. Ставлю мой гранат. Блять. Остался один. Остался на нахуй. Спайк на Б. На, короче, где-то. Ой, нет. Нет, я ошиблась. Где-то здесь было. Короче, где-то была. Да. Опа. Зопа. А, понял, принял. На, нахуй. Почти двоих убил. Без головы вайпер. Ну у него двое. Остался один враг. Ну да. Остался один игрок. Я двоих убила. Давай. У меня. Спайк установлен. Остался один враг. Ох, красиво. Найс. Паркур нереальный. Я не допрыгнул. Ноги короткие.